Как, нормально? Маскировка включена. О, черт! Маскировка включена. Маскировка включена. Маскировка включена. Отлично, ты на месте. Сейчас спущу за тобой лифт. Что за херня тут творится последние 24 часа? Ребят Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть. Маскировка включена. Пророк, ну наконец-то. У меня уже нервы сдают. Нам туда. Капсула готова. Основа та же, что на острове, только мощность поменьше. Запустим проверку. Итак, это Тара Стрикланд. Дочь сам знаешь кого. Чокнутая сучка, так? А Харгрив хрен знает, что происходит у него в башке. Соединение установлено. Ожидание. Системы доступны. Инициализация выполнена. Мониторинг памяти. Нано-протоколы активированы. Странно. Идет сканирование. Погоди-ка, ты не пророк. Обнаружена угроза. Что за хрень? И ты кто? Харгрив тебе велел? Открытие базовых протоколов памяти. Найти Голда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Найти Голда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Передача прервана. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Слушай, я этим не занимаюсь. Я же не спецназовец, как ты, как пророк был. Ну, и чего ты ждешь? Я чокнутый технарь-заговорщик. Черт возьми!
Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь о цефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбаные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки, впервые столкнувшись с оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Сканирование завершено. Внимание. Это невозможно. Неоткалиброванные нанопрограммы. Это значит? Чужеродная ткань. 21%. Ладно. Этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся, полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгрифраш. Да, этот Харгриф, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там... Видишь, вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код, который... Как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины от этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. А черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука. Лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться самоубийство. Черт! Они здесь! Черт! Черт! Так, я запираю все двери. Я в пожарный выход. А ты давай, задержи их. Возможно, противник. Маскировка включена. Ответьте! Ты в порядке? Маскировка включена. Что за дрянь? Он убит! Откуда стреляли? Откуда стреляли? У нас еще один труп. Приступить к поиску. Передаю координаты. Маскировка включена. Маскировка включена. Доложите обстановку.
Маскировка включена. Маскировка включена. Маскировка включена. Найти его. Вас понял. У нас контакт. Значит, смотри, вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, ЦЭФы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нанодиагностики СЭЛ. Прорваться на командный пункт. Контроль, прием! Изумруд один на связи. Кальмары, бегуны много. Приближаются к блокпосту Дельта. Запрашивай подкрепление. Вас понял. Держитесь. Изумруд 3 на подходе. Маскировка включена. Теперь не пройти через блокпост. Нужно искать другой путь. Принято. Зачистить сектор и доложить. Угроза подтверждена. Цели обновлены. Маскировка включена.